Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим, здорово всем. Итак, это очередной у нас вагер на канале, и сегодня у нас играют быстрые против медленных. На ворота мы поставили Нойера и Ирайзоза, потому что у них на карточке, где у полевых игроков пейс находится, у них написано диф. Кто знает, что это такое, напишите в комментариях. В общем, у Нойера это самый максимальный в игре, у Ирайзоза самый минимальный. Так что вот такими мы составами сегодня сыграем. Не, ну явно же я выиграю. Да, и играем мы удары головой, либо с лету. В общем, то, что не касается земли, даже вот такой вот, типа, удар верхом, это не будет считаться. Я просто показал просто. Ой, нифига. Что началось? А потому что многие говорили, что в начале FIFA 19 скорость вообще ничего не решает. Почему у тебя первый удар? Не знаю. Я не то. На! Ой! Все равно не защита, потому что низом. Оп! Альмирон. Оп! А это в счет. Это в счет, это гол головой. Там явно нарушение было. Ты меня там сбил. Когда? В раздевалке? Ты мне конфетку не подари. А я тебе не поперечный, чтобы детям конфеты дарить. Это хорошая! Ой, а зачем я пробил? А, ну это, я правильно, это угловой, я сейчас головой забью. Что за бред? Смотри, явно же сейчас тебя сделали. Опа! Опа, беги! Беги! Ну ты медленный. Абумиян! Ты явно же медленный. Оп. Да не считается. Вот это красиво. А время, кстати, нормальное было. 46-я была. Поменяй правила, у тебя уже свои должны убрать. Смотри. Пем. Не, у тебя там уже отдыхал. Он пошел уже, видишь, на перерыв, а я тут ему баночку засадил. Ой. Я благодарствую вам. Вот это не обязательно было. А это не засчитано почему-то. Ты низом? Да, и не засчитано. Ну, гол-то красивый. Нет. Да. Вообще, что попал? Мне не понравилось. Все, уже время прошло. Выносим! Не, а значит тут мы свистим. Да. Когда моя так свистим. Это моя сейчас была уже начало. Итак, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Андрей и Максим. Всем пока. Всем пока.